на премьере семейного приключенческого фильма «Элла и черный ягуар». Всем привет! Сегодня наш репортаж из центрального детского магазина. Да? Детский мир вообще ассоциируется у детей как такой волшебный какой-то мир именно для развлечения, для проведения отличных выходных и вообще семейного отдыха. Чего вы ожидаете от фильма? Что он нам понравится, что он будет веселый, трогательный, понравится детям. Чтобы не слишком скучно было. Я с нетерпением жду его начала, и в детстве у меня были мечты завести себе какое-нибудь дикое животное, но сейчас я понимаю, что это было бы негуманно. Там детеныш Егора? Назову тебя Хоуп, я не дам тебя в обиду. Я очень хочу посмотреть на кадры, снятые в джунглях Амазонки, и это, мне кажется, просто фантастика, что это не какой-то компьютерный эффект, а что это правда было снято в дикой природе. Мне нравится, когда вот животные в свободной среде существуют, и ты едешь на машине и любуешься львами, слонами, жирафами, обезьянами. Я не хочу, чтобы меня там съели обезьяны. Для детей очень важно прививать вот эти качества, как доброта, как помощь нашим маленьким друзьям, кто если не мы. Ребят, на вас одна надежда, что когда вы будете подрастать, мир станет более добрым, более светлым, чистым и в том числе полезным для животных. Я рада, что сейчас показывают такие важные фильмы на наболевшие темы. Фильм о вечных ценностях, которые не нужно предавать, несмотря ни на что. Как вы думаете, в России достаточно детских фильмов или нужно снимать еще больше? Фильмов никогда не бывает детских достаточно. Конечно, надо снимать больше. Надо больше, 100% больше. Вообще все, что связано с животными, с защитой животных, это очень такое трепетное чувство, поэтому думаю, что, возможно, даже прослезимся. Мы найдем твой дом и спасем тебя. Не волнуйся. Вместе навсегда. Помнишь? Очень понравился фильм. Мне нравятся такие трогательные моменты. И вообще все фильмы, связанные с животными, они такие милые и умиляют. Фильм очень добрый. К семейному просмотру просто супер. Есть такие моментики, где нужно поплакать, нужно платочками запастись. Это так очень классный, интересный фильм. Я рекомендую всем посмотреть, потому что фильм правда хорош. Этот фильм очень интересный, и бывали моменты, где можно было бы и плакать, и бывали моменты очень смешные. Нам очень нужно позвонить твоему папе. Все хорошо. Ты сошла с ума! Это очень трогательное кино. Рекомендуем вам посмотреть. Коля и Эмилия эксклюзивно для Сарафан Шоу. Тебе понравился фильм? Ну да, понравился. Почему? Потому что он очень добрый. Почему он добрый? Потому что ягуар классный. А почему ягуар классный? Потому что он милый. Почему ягуар милый? Потому что это ягуар. А почему это ягуар? Потому что...